Всем привет! И сегодня у меня будет влог о нашем дождливом воскресенье. Итак, погода сегодня не очень хорошая, и мы все решили отправиться на ферму, которая находится в Дартмусе, Дартмус, Массачусетс. Как вы видите, у нас наступает золотая осень, и некоторые деревья уже красивые, золотые, красные, все красивые. И сейчас мы проезжаем городок под названием Нью-Бедфорд. Он довольно интересный, там сохранились старинные здания. Типичный такой американский городок. И вот мы добрались до нашего городка, который называется Дартмус. Дартмус является своего рода деревенским местом, и это очень типично для американской деревни, что чем глубже в глубинку, тем больше дома у жителей. То есть дома такие фермерские, на большую семью, очень огромные, с большим участком земли, с полем иногда. Мне это очень нравится, потому что у них очень красивые дома. И здесь также находится один из больших университетов. Мой муж, кстати, заканчивал этот университет, и мы едем на своего рода тур по университету, потому что мой муж всегда очень вспоминает студенческие годы, ему очень нравился этот университет. И вот так вот он выглядит. Очень симпатичный, но, в принципе, сам университет мне показался немного такой строгий, не особо архитектурно привлекательный. И это здание общежитий, студенческий городок, где живут все молодые люди. И дальше идут спортивные центры, спортзал, стадион и все такое. И наш тур по университету закончился, и мы едем дальше на ферму. Дорога на ферму очень красивая, дома очень красивые. Мне очень нравится здесь проезжать, очень исторически. И мы наконец-то на ферме. $6. Вот так вот хранятся все продукты на ферме. Приходи, yeah. Бери, оставляй деньги и все. Self-service. Yeah. Self-service. You should load up. И вот, в принципе, зачем мы приехали, за молоком. Смотрите, какое молоко, сразу видно отстой. А тут мясо. Здесь небольшие тыковки всех размеров. Ой, котенка. Okay, tell me about the free American way one more time, Al. This is the American way. You come here, you go shopping, and it's the honor system. You get all the prices listed, and you leave the money, you take the change, whatever, and you got free ice, and everything's right here. And if you're really dishonest, this is all the money right in here. Huh? They probably got cameras and stuff here. Yes, they do. И мы готовы положить все продукты, которые нам нужны. Как вы уже, наверное, поняли, лед там дается бесплатно. Мы взяли молока, ну и прихватили еще дополнительную бутылку. Если уж так далеко ехать, надо уж по полной. Взяли кукурузу. И это мы остановились во Френдлисе на обед. Все очень прошло приятно. И это мой новый санитайзер для рук. Он без алкоголя, поэтому если у вас есть трещинки на руках, то их не будет щипать. Но, конечно, не ушли без десерта. И обратите внимание на тетку сзади Майка. У всех жителей этого города просто офигительские прически.
Ну и по дороге домой заехали в Home Depot. Я не могла не купить цветочки. Как же я могла уйти без цветочков? Никак. Вот, они мои новые. Скоро будет новое ревью. И это мы едем уже домой. А тут я хотела вам показать мост. Вот тот мост, он сделан по прототипу английского. И он точно так же опускается и поднимается. И два раза в день, и по нему проходит поезд. Очень прикольно. Я никак не могу застать момент, когда он это делает. Сегодня он выглядит особо тучно. Кругом одни тучи и дождик, и так драматично. И наконец-то мы дома. Я развернула мои покупки. Мои цветочки просто необыкновенные, особенно вот этот. Я его так хотела. И я купила его за очень хорошую цену. И мне еще дали $4 скидку за то, что горшочек был разбит. Он здорово разбит, но не важно, потому что у меня есть другие горшочки. А я его могу заменить прям абсолютно без проблем. Вон их у меня сколько. Вот. А так я его купила за $12, минус $4, за $8. И эти где-то за $6. То есть я в абсолютном восторге. Они немножко уже отцвели, но без разницы. Главное, они здоровые и красивые. И вот они у меня уже стоят на полочках. Абсолютно шикарно. Я полностью в восторге. Все так замечательно. Вот. Ну, на этом было все. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч!